і допоможуть нам айфон. Штурмували електрофори, які вели живлення до Криму, і фактично Back, read the words on the street that the fire in your heart is out. Now I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. Now I don't believe in anybody. Нет, масок сегодня нет. Говорящий может быть через один остаться работать. У нас там есть такая функция. Он слушается регулятор. А есть он отстегает, говорит, что ты не делаешь. То есть у нас на забаве включается пульт. Совсем немного минут до эфира. Давай вдвоем так. Саша спит. Чумазик. Витя делает вид, что они смотрят фильмы. Техническая служба делает вид, что они наблюдают и ожидают. И только один Витя работает. Пишет. Антон, в 21 веке пишет. Бери схему с экрана. За компьютером пишет. Витя, открою тебе большую тайну, вот принтер. Да я знаю. Там принтер? Принтер. Васин принтер. Васин принтер. Это только с разрешения Василия. До эфира 15 минут. Да я зайду посмотрю. Снова. До этого что-то ломали, больше нет. Это Алексей Плющик, это абсолютно не волнуется. Потому что я первый эфир. Даже не слышать. Собственно, да. Федор, который делает вид, что набирает титры. Да. А тебе в эфирный аппарат сейчас включусь. Отчитался. Мы хотели включиться и уйти на рекламу. Да. Нет, мы включаемся, он прощается. Идет и закрывашка. Да. Уходим со своей вещью. Это ж не подмог даже. Программу и все? Вообще не нужно. Пишем только программу. Леша, кто придумал? Гам-1. Они уже все обговорили. Уже не знаю, что вышло за ту черновую, меня теперь точно заметят. Да, у тебя минута. Там жарко, да? Be the day, but they'll never throw it back to you. Now I'm out, you should have somehow realized what you gotta do. Now I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Back, read the words on the street, let the fire in your heart is out. Now I'm sure you've heard it all before, but you never really had it out. Now I don't believe it. Все нормально? And all the roads we have to walk are winding. And all the lights that lead us there are blinding.
Now there are many things that I'd like to say to you, but I don't know how. Well, because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Добрий вечір. Це програма про політику на телеканалі «Еспресо» і я, Сергій Щербин.